рассказал, что идет свадьба в Кавказском небольшом городке, и там уважаемый человек, после которого советскую власть там с мусаватистами, дошнаками боролся, устанавливал советскую власть, он фасоль вот несвежую съел и думал, ну что ж ему делать, и лень уходить. Он придумал, думает, я сейчас из Маузера, в честь молодых, выстрелю и одновременно первым. И все это. Ну, значит, дай мне слово. Слово имеет наш Сумбат, уважаемый. Друзья, вы все знаете, что я устанавливал с помощью этого Маузера здесь советскую власть. Я хочу сегодня сделать мирный выстрел в честь жениха и невесты. Кто он попросит, просит. Ну, берет, поднял осечку, отпернул, громко, с треском. Там на свадьбе стол кавказский. Взял, ушел, и не заходя домой вообще из города, из уважаемого человека в дервиша оборванного превратился. 12 лет голодал, ходил. И думает, ну тут могилы предков, надо, там забыли уже, вернусь в родной город. Вернулся, дополз уже еле-еле, на окраине видит, мальчик набирает воду. Мальчик, дай бедному путнику воды написано. Да, дядя, перекушим. А он, ох, какая вода, ох, как. Ты мальчик чей будешь? Я его взял. А, уважаемая семья, хорошие люди. А сколько лет тебе, мальчик? А я, дядя, родился через год после того, как Сумбат пёрнул на свадьбе. Все в этом городе. Отчет. Какой сегодня год? После того, как это 10 лет с момента.